Так, сейчас посмотрим, как куры будут кушать в помещении скорлупу. Но она одна схватила, побежала, а за ней очередь, черга. И все туда, все туда. Вот она бежит, уже вторая половинка. Разделяемся, находят запчасти, которые остались. Интересно, я так думаю, можно таким образом подымать кур утром или вечером, чтобы они поели. Сейчас у нас вечер, где-то около 20 часов. Так что куры стали активные сразу, моментально. Включил свет, бросил, и некоторые начали уже ковыряться, что-то там выбирать. Он бегает, еще бегает. Это же надо такое, что вытворяет, а? Еще круг пошел, круг почетным по нечетным. Петухи активизировались. Да все уже послазили. Одна осталась, та что вся квочка. Вот так вот, а вы говорите, куры не это. Не хищники, хищники. Вот еще сейчас кину. Хищники только так. Хватать и бежать. Еще друг у друга хищничают. Или хищнячат, как правильнее, наверное, будет. Ухищряются. Вот такие вот они. Это же им хватает всего. Арсений селезнёв зверобой. Кур. Интересный способ будить утром или вечером кур. Не сбрасывать их, не звать, а вот так вот бросать шкурку от вылупившегося яйца. Ну, уже цыпленок вылупился, а яйцо осталось только оболочка. Скорлупа. И вот эту скорлуповую я как-то попробовал бросить. А теперь то же самое на камеру. Получается, видите? Все такие активные становятся, что вот кушают. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнёв Зверобой. Хороший вариант будить кур, когда нужно их докормить, допустим, вечером, если они слабо кушали. Смотрите обновления. Пока!